Привет всем любителям пошаговых стратегий, особенно пошаговым стратегичным жеужикам. Вы видите и слышите Алексея Халецкого, это значит, что вы на канале Леша Играет, и я продолжаю прохождение предрелизной стимовской версии Old World на предпредпоследнем уровне сложности за персов. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании и в прикрепленном комментарии. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а спонсоры канала всей серии сразу видят во вкладке сообщества. Большое спасибо им за поддержку. И давайте продолжим. У нас следующим ходом теребоньк выдающийся умрет. Так, египтяне хотят, чтобы мы им монашество открыли. Идут лесом они. Так, человек, называющий себя пророком, просит нашего разрешения основать на этой земле обитель для своих подданных. Кочевники скитались по пустыне, многие поколения теперь желают обрести духовную родину. Так, значит, либо позволим построить им храм. 210 цивиков и плюс 40 мнения правителей иудаизма. Либо пусть поклоняются нашим богам. Иудаизм минус 40%. Царь будет гордым. Ну, царя мне пофигу, потому что он следующим ходом умрет. Давайте не допустим. Не допустим чужеземных верований. Блин, хотя с другой стороны тут 210 цивиков, но... Да я очень сомневаюсь, что вообще с другой стороны... Давайте пофигу, не будет он распространяться. Так, ну и мы Фарусский маяк прошлым этим ходом построили. Предложение руки и сердца для царевича Шампура. Оратор или судья? Давайте вот эту судью возьмем. По-моему, хорошая жена. И верховный советник, дисциплина. Так, что у нее тут вообще? Харизма и дисциплина. Наверное, мудрость. Для советника все-таки мудрость важна. Дипломат. Тоже мудрость. Так, и вот этот осел у нас сюда должен идти. Эх, жалко теребонька. Так, что у нас тут? Ну, я бы за крепощение взял. Фермы и пастбища плюс 20%. Давайте примем. Тем более там трата денег, которые у меня дофига. Просто дофига. А давайте, наверное, сделаю здесь. Тут, конечно, мало. Не такой хороший, как мог бы быть, но плюс 6 тоже нормально к железу. У меня куда-то железо все-таки девается. Так что у нас тут по дорогам. Да, кстати, написали в комментариях, фиг ли я казармы строю, если у меня сплошные лучники, надо было эти стрельбища строить. Полностью согласен. Не знаю, что это я так на казармы. Так, знаете что, хочу здесь все вырубить. Сначала этот кустарник. Потом дальше дорогу поведем. Форум построил. Ну, я бы, наверное, на красители. Видите, прибавится еще вот эта часть от спеца на красителей. Я бы здесь продолжил каменоломни, а не рудник. Не знаю, почему мне рудник тут предлагает игра. Я не знаю, что я решил казармы строить. Вообще без понятия. Честно вам скажу.
Я думаю, тут тоже театр надо. Так, теперь... Берема наша... О, нифига у него прокачанная, смотрите, у ассирийца 5 прокачек у беремы. Ничего себе. А у нас мир, что ли, с Вавилоном? Я могу по его территории бегать, да? Точно, мир. Все, самое интересное, что у меня мир с теми цивилизациями, с которыми у меня плохое отношение, с теми, которые хорошие. Вот особенно Карфаген меня впечатлил, когда у нас тотальное дружелюбие было, и он ответил: никогда не буду с тобой мир заключать. Я принял, по-моему. Так, есть посилы. Я бы, наверное, апостола сначала сделал, потому что нам надо монастыри строить. Потом еще храмы надо будет строить. Так, здесь есть восстановление. Давайте стены. Потому что это самый наш крайний город на периферии. Ну, наверное, надо старшего спеца делать. Конечно, можем монаха... Блин, или монахов лучше? Не, ладно, давайте этого добьем до старшего командира. Неохота мне с кем-либо тут воевать. Может, давайте, раз у нас еще приказы, этого маршировать заставим. Чтобы город сейчас поставить. Так, а это у нас охотники. Несоединенные города Цибалы и Гирба. Гирба вот, а Цибалы. Что за Цибалы, подождите. Гирба вижу. А, вот этот, да. Да, надо соединить, конечно. Ну что, теребонька выдающийся станет историей. Надо будет еще назначить все-таки главшпиона какого-то. Сейчас уже четвертый правитель Персии Шампур взойдет на трон. Давайте еще подумаем, какое я чудо следующее хочу строить. Стали наследиями, за 20 лет надо выполнить. Ну, старших специалистов точно выполним. Вопрос по карте. Надо внедряться в Рим, например. И в Вавилон опять так. Набег недалеко от Провтасия. Полководцы скончались. Так, копейщики, тирания, учредительный закон. Ну, наверное, давайте уже плантации открывать. Надо правителя в Персеполь назначить. Ну, так мы царя туда можем назначить, как минимум. Да, неплохо. Еще минус 2. К счастью, он еще и праведный плотник. Че плотник делает? 50 осадным и кораблям.
А праведный минус 2 несчастья. Хорошо. Но это стоит 100 цивиков. Как и назначить мастера разведки? Не, ну, наверное, все-таки сначала наместника назначу. Он больше будет выдавать. Так, следующим ходом мастера разведки. Римляне решили вернуть долг. Давайте, пускай вернет. Но медийцы прислали гостью на вашу коронацию, одну из именитых представительниц племени. После церемонии она обращается к вам со всей искренностью. С вашим предшественником мы вели войну, говорит, но с вами нам нечего делить. Так, перемирие минус легитимность. Ну, а смысл нам с ними мир заключать? У меня нету рядом их этих. Минус легитимность, зачем терять? В смысле, глава Греции, царство манихеев. Какое царство манихеев? У нас государственная религия... Зороастризм? А почему я манихейство не понимаю? В зороастризм надо обращаться. А почему я манихей? Не понимаю вообще. Вообще не написано, чтобы я к манихейству как-то относился. Странно. Так, так как мы судья, что мы можем делать? Ускорить специалиста за деньги. Как наместник. Пусть это в городе будет. Как правитель, стоимость смены законов минус 50%. И можно улучшать сооружение. Хочу ли я какие-нибудь законы? Вот тут я сменил рабство на свободу. Служение на централизацию. Кстати, а почему нет? В принципе, можно. Ну, потому что содержание отрядов у меня чисто отряды дерева. Ну, будет не 11, а сколько там, 17 содержание вообще без этого. Да, можно поменять. А больше тут я ничего не хочу менять. Так, тут дорога проведена. Я бы, наверное, вот тут еще сделал вот так дорогу. Пойду сюда слона обрабатывать. Так, здесь. Деревню. Тут Вавилон держит место, я вообще не против, если он тут поселиться хочет. Так, беремы мы тупо все исследовали. Даже не знаю, ну поплывем обратно на всякий случай. Блин, тут 5 жителей незадействованных. Фермера, наверное.
Давайте фермера, потом рабочего. Тут архив первый. Архив второй. Архив третьего уровня. Да, можно за деньги. Ладно, давайте пока командира. Блин, 23 приказа. Так, можно дипломат. Что у нас с семьями? С аршакидами. Давайте вот семье подарочек. Дальше дипломат. Там, по-моему, требуются цивики, да? Тут цивики. О, давайте созвать придворных. 300 цивиков за 2 приказа и 100 этих. Отлично. Цивики мне сейчас нужны. Для многих вещей. И для смены правления, и для принятия. Вот я не знаю, стоит ли мне... Отряды за внешними границами не требуют доп. У меня нету отрядов за доп. За границами. А это дает 100 культуры за каждый уничтоженный юнит, так ну буду. В ближайшее время, во всяком случае. Блин, не посмотрел. Не посмотрел. О! Как я это пропустил? У меня же было сообщение, что они тут на меня. Фак! Вот это я тут это, короче, тавой. Он становится последователем зороастризма. Даже не пришлось цивики на это тратить, зашибись. Так. Давайте выследим и убьем разбойников. Я уверен, что мне хватит тут. Захватить 5 чужеземных городов не получится. Открыть когорту и военный устав. Контролировать казначейство, форму, архив 4. Вот это может быть. Но для этого надо, чтобы город был с культурой легендарной. Давайте посмотрим, как далеко. А, все, уже легендарный Персеполь. Да, берем вот эту. Казначейство, форму, архив 4 уровня контролировать вполне. Так, что у нас по чудесам? Некрополь. Все храмы минус один. Не знаю. Геликарнасский мавзолей. Новый отряд получает навык охраны. Все города плюс 40% культуры. Акрополь. Два цивика за каждую религию. Все города плюс по приказу за каждый форум. Интересно. Все города плюс 2 цивика за каждый связанный город. Ну, кстати, и некрополь, но у меня, правда, храм еще не открыты вообще. Так, ладно, где у нас тут армии? Надо нестись на помощь. Так, давайте мы им даже, наверное, марш этим двоим дадим. Я думаю, мне этих двух... Ну, давайте еще этого. По идее, должно хватить отбиться. Что-то я пропустил прошлым ходом вообще, конечно. Провтыкал.
Становление. Да, тут отобьемся. Строит монастырь, монастырь. Монастырь надо везде построить, даже если там нету плантации, так что надо и там сделать. Не, знаете, что я тут сделаю? Каменоломню. А, нельзя убирать городские районы. О, как. Ну, тогда давайте домик. Надо купить приказы, я хочу два приказа надо. Хочу Кира отправить в шпионы и хочу его сразу, чтобы он внедрялся в Рим. Тоже два приказа. Да, проспал я тут, проспал. А что у нас дают еще монастыри? Два цивика будут давать. А храмы минус одно несчастье. Мне, кстати, после объединения земель надо храмы попробовать открыть. Блин, у Карфагена там больше. Ну, у меня, кажется, тоже дофига приказов. У Карфагена что-то 50, у меня 43, нормально. Рим Колоссу начинает возводить. 310 цивиков получили. Блин, Верховный Советник. Ну, зато у нас цивики уже есть. Чтобы... Подожди, так я же вроде недавно только назначил. Прибыли миссионеры из Ассирии, чтобы собрать на распространение иудаизма. Нет уж. Обойдется. Главы местных общин собираются провести в Артаспана. Так, поддержать. Или научные. Давайте научные. Точно откроем объединение земель. Следующим ходом. Так, это наш царевич Тиридат. Будет благочестивым, либо сильным. Давайте сильным. Так, ну это нам предлагают вот это, либо это принять. Сейчас я сначала назначу... Так, с вами встречается олигарх Мандана-младший, чтобы обсудить государственные дела. Да, стану покровителем. Там 670 заплатить, но улучшили отношения с этой семьей. Так, наместник Персеполя бдительный. Плюс 50 к обороне города. Нет, это нафиг надо. Хотя плюс 20% ко всем городам. Минус 20% стоимости сооружения все города. Наверное, все-таки рачительный сделаем. Так, пускай изучает философию. На мудрость будем напирать. Так, нового верховного советника. Блин, ну 68 лет. Наверное, Суру возьмем. Потому что, ну, 68 лет. Этот болен. А, ну, тоже старенькая. Да, Суру давайте.
Дальше. Поменяем на централизацию здесь. Еще философия. Ну тут 400 стоит. Просто у нас смена сейчас очень дешево стоит, пока у меня правитель. Я 150 возьму. Я накоплю. Я думаю, так, могу я еще собрать придворных, да? Что надо делать? Мы меняем военные очки, которых у меня дофига, на цивика, которые у меня не так, которых у меня не так много. Так, давайте слонов. Бани, кстати, надо ставить точно. Есть монастырь. Нишапури. Так, тут у нас тоже вот чувак прибывает. Монастырь ставить. Давай вот сюда. А, игра. Тут прилагает. Ну, тут у меня будет рядом с домиками. Нет, там я не буду. Тут есть монастырь. Персеполе надо где-то. Подождите, у меня там лучник. Я лучше возьму марш и... Хотя... Не, он не добежит за 8 ходов. Так, а кого я могу в наместнике? В каких городах у нас население... Вартаспану. Посров ничего такой. На науку. Давайте потратим цивиков немного. Все-таки подвести пока. Чего мне там той коляской бегать? Я отсюда достреливаю, хотите сказать? Нифига себе. Вот это у меня тут дальнобойная уже арта, считайте. Так, я думаю, подарок семье какой-нибудь мехранидам теперь давайте. Два последних. И дальше в храмы пойдем. Ладно, дипломатская. Да господи, сколько можно? Чё они все дохнут? Бесплатный лучник не хочу. Собор. Так, что-то я мимо как-то храмов получается. А храмы где? Вот храмы. Угу. Thank you.
Так, а картография позволяет красть исследование. Наверное, картографию тогда откроем. Да, это могут вот тут на границах карты возникать юниты. Бесплатно стены. Да, давайте бесплатно стены. Царевич Теридат изучил политики. Судья или ученый? Ну, я бы ученым его сделал. У нас судья Батяня. Так, ну то, что дипломат скончался, я уже видел. Но придется нового поставить. 70 мнений нации, вообще офигительно, да? Ну давайте, минус 10 религия не так страшно, а вот 70, просто все нации дополнительно 70 будут. Вообще, по-моему, офигительно. Дипломат, видите, плюс 70. Обалдеть. Так, фермы надо. Персеполе, монастырь. Так, вот здесь монастырь нужен вот... С этими лавандами прям вот тут он будет офигительный бонус давать. Садарвази. Ну, рекомендуют здесь. Тут нету плантации, нигде не может быть, поэтому почему нет. И рабочий. Ну вот, давайте с этих начнем. С этой плантации. Стану тут на якорь, просто чтобы было, например, удобнее перемещаться в будущем. Так, значит, в столице. Нам нужен форум сначала 3-го, потом 4-го уровня, потому что он цивики дает. После этого мы архив до 4-го доведем, а потом уже казначейство быстрее всего. Так, тут восстановление. Старшего командира надо. 17 лет. Блин, 18%. Открою ли я карту? Может мне скаута построить? А где мне вообще скаут? Он на автомате у меня бегает, да? Да. Блин, надо, наверное, еще скаута построить. Я вот этой коляской вообще еле бегаю. 6 лет. Ну давайте здесь после рабочего разведчика сделаю. У него 11 лет. А, подожди, так еще рабочие 4 хода. Нет, что-то долго. Давайте вот тут разведчик за 3 хода. 21 приказ. Пока некуда посылать. Прямо скажем. Блин, сейчас чуть не хватит для принятия. Какой у нас тут закон? Философия либо инженерия? Философия быстрее обучает городских специалистов и наука за каждый форум. Чудеса быстрее. Наверное, философию возьму. Но тут содержание в цивиках с другой стороны будет. Срочное дело. О, открываем Рим. 310 цивиков. Глубокой ночью в дворец прибыл агент царя Антипатра Незыблемого из Греции. Со страшным донесением сообщает, что шпионы Греции раскрыли коварный заговор против нас. Похоже, наши враги вместе с последней партией дров заслали нам прожорливого жука-древоеда с целью заразить и уничтожить все наши запасы древесины.
И чужаки очень злобные и ядовиты, поэтому агент советует никому не подходить слишком близко к грузу. Плодятся насекомые очень быстро, так что если просто выбросить древесину, они разбегутся по нашим землям, а если их сжечь, будут выделять ядовитые пары. Единственное решение — отправить партию древесины в Грецию. У греков есть особая кислота. Ну, не знаю, я отправлю. Ну, выглядит, как будто меня разводят, честно говоря. Или звать придворного энтомолога, блин. Ладно, отправлю. Мне древесина, на самом деле, особо сейчас не нужна. Поддержать стремление учиться. Или учти... Не, давайте учиться. Сейчас все на мудрость буду почему-то. Хочется мудрыми всех сделать. А, тут нету зороастризма. Ну, давайте распространять тогда. Подвисло так нехило. Так, тут сделали. Бани, наверное, надо, да. Так, мне тут присылали, типа, я неправильную схему делал, типа, ну, типа, это норм, но это слишком просто, да, вот треугольничек это. А там мне прислали схему без лепестка. Дайте я гляну, как мне тут надо третий домик поставить. Так, похоже, сюда домик, а вот сюда потом этот амфитеатр. В этих городах оставляю, чтобы счастье шло. А этого лучника надо в Катур ввести. Сделаю, короче, на всякий случай. Тут стены, что-то мне не понравилось, как нападали. Одного очка не хватает, чтобы закон принять. Так, мы внедрились в Рим. Давайте в Вавилон еще раз, потому что Вавилон больше городов поставил. Дипломат. Ну, давайте попробуем торговую сделку с Карфагеном. Не, блин, хотя не буду. Я хочу следующим ходом закон принять. Созвать придворных только через два хода завершится, поэтому... процентов территории надо открыть. Но у нас вот тут плохо видно. Ну, не знаю, там такое ощущение, что ни Египет, ни Ассирия особо не расселяются здесь. Какие-то горы сплошные. Вавилон я только 4 города видел, а сейчас у него, извините, 9. Шампурзотчий. Царь Рима умер. Минус легитимности за то, что я подарки передавал. Так, наследник появился.
царевна Статира. Так, вот наконец-то я могу... Ну, я философию приму. Наука за каждый форум. Ну, тут должно нормально так прибавиться науке. Так, пошли, наверное, лаванду. Лавандовый край такой герба будет. Ну, кстати, железо надо обработать. У меня плохо с инфраструктурой в моей империи. Так, Михранидом. Кстати, обратить в религию тоже вариант. Цивики, правда, стоит. Ладно, давайте пока дар приподнять. Я надеюсь, что мы монастыри строим, это будет увеличивать приверженство зороастризму. Египет, Галикарнасский мавзолей. Ну, пофигу так. С Вавилоном испортились отношения, но и с новой царицей. Постоянная рвота и диарея подсказывает о том, что супруга тяжело больна. Черт, она же там молодая, вы че? 35 лет. Владычица Астар показывает неплохие успехи в учебе, в математике. Так, инженером, плотником. Не, пускай просто мудрость. Там инженер и плотник, я не собираюсь там. Там на здание определенное. Мне кажется, нафиг надо. О, сети вот тут обрабатываем. Это важно, потому что Сфоровский маяк очень крут. Плантации делаем. Тут на плантации. Блин, мне сюда надо апостола монастырь строить. Тут куча плантаций с лавандой. Так, ну я не знаю, я не хочу вот это ничего принимать. Так что пока цивики... во-первых, давайте попробуем торговую сделку с Карфагеном. А во-вторых... Вот этого владыку Тиридата... А здесь все на службе, да? Ну, нормально, нормально. Блин, у меня манихейство только в одном городе. Почему мне предлагалось вначале, чтобы мой король стал манихеем, я не понимаю. Так, тоже на автомат. Форум. Третьего уровня форум. О, у нас красители есть. Так, что у нас тут еще? Рыба. Все,
еще рыба. Но у нас тут три жителя, так что я думаю, точно одного можно на рыбака. Давайте вот сюда. Вот те крабы, жемчуг достали. И красители доступно. Тут никто из них не хочет, что по городам. У кого тут уровень? Персеполь уже минус идет, кстати. Ну, в Садарвазе, очевидно, самый большой уровень недовольства. Плюс один. Отлично. Блин, успели я за 14 ходов 12% карты открыть. Со специалистами я не беспокоюсь, тем более у меня там что-то за деньги можно их как раз покупать. Если что, успею. Конечно, к несчастью это все добавить. Ну, тут командир скоро, старший командир следующий еще построится. По идее, вот эти все три амбиции я должен выполнить, и мне две останется. Но там будут сложные реально. Два чуда на легендарку построить. Блин, Карфаген тут что-то внедряется своими границами. Так, Вавилон открыли, 73, 7% осталось. 5 Египет хочет у меня монашество. Отвали. Козочек моих забрал. Так, вот этого апостола мы отправляем вот сюда. Так. Теперь смотрим по городам. Тут есть, Строится, в Садарвазе есть, в Катуре даже есть, в Персеполе есть, в Артаспане надо. Так, есть первая плантация. Но вот в Нишапуре... Ой, старший командир тут доделал. Вот тут надо добывать вино. Обязательно. Еще два старших. Вот смотрите, у нас один старший вот 5 лет. Ну и тут монах там и так дальше. Сделаем. Так. Вот эту, наверное, плантацию. Хотя вот это сейчас доделает один ход. Я бы лучше тогда баню сделал. Сколько мне тут лаванды будет? Так, форум. Тут стены завершены. Блин, тут через один ход можно будет... Да, наверное, давайте один ход, просто городской совет. Потому что надо... Тут спеца будет... использовать. И тут рабочий тоже спеца. Давайте городской совет. Так. Вавилон открыли. Не думаю, что Карфаген много тут добавил. Давайте глянем, что в Египте. Я вижу раз, два, три... 4, 5 городов, да? 6. А их 7. Ну, то есть я один дополнительный только увижу. Рим я вообще абсолютно недавно. Мне кажется, надо Грецию посмотреть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. У него 10, да, блин.
Карфаген сколько? 8. А я вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, 8. Я все вижу. Ладно, давайте Грецию. Не пойму, вообще вот эти скауты на автомате что-то делают? Ну, вроде бегает, да, вот, видите, побежал. Да, вроде открывает. Может, беремы поплыть, вот эти вот кусочки на море тоже открыть. Вот здесь. Да, надо, наверное, поплыть. Петападаны построил, Александрийская библиотека. Карфаген и Греция, мир. Бесплатный слон не хочу. Восстановить мир в городе. Так, храмы. Вот, в вероучение идем. Так, Гирба у нас вне торговой сети. Нам надо дорогу провести. На самом деле, мне достаточно вот сюда дорогу поставить, и она будет типа светла. Давайте так и сделаем. А, нет, вот тут еще надо будет. Так, значит, в Гирбе мы спеца сюда, в Лаванду. Наш придворный умер. Так, и тут мудрость, конечно же. Становится очарована, да. Оплатим ей красноречие. Нет, боже, тут монастырь на три плантации будет работать. Вау. Так, этот у нас в Артаспану. Блин, тут бы, конечно, хотелось, чтобы вот эта клетка была как-то куплена, чтобы я здесь поставил монастырь, но я никак не могу, да, купить клетку. Давайте, может, третий уровень зороастризму дадим. Каждый город с зороастризмом, гавани и деревни плюс 20% продукции от собора. А если собор еще посмотрим, то рудники, каменоломни или лесопилки. А здесь минус несчастье за каждого старшего монаха и от собора плюс население. Мнение зороастризма – это философия. Философию мы уже приняли, да? Нет, давайте сначала нам монастыри надо все-таки строить. Игра мне вот там предлагает. Давай. Баня. Некрополь. Ну вообще можно уже про некрополь подумать. Почему нет? Это последнее чудо вот такое. А давайте, наверное, пойду реально тут некрополь сделаю. Потому что храмы я уже смогу строить через 5 лет. Так, этого я хотел сюда. На плантации Профтасии мы вот здесь. Спеца. Так, пошли. А, ну слушайте, мне ж... Не, надо храмы будет строить. Неохота убирать. Ладно, надо будет храмы строить. Давайте я сюда его пока... Пускай он стоит. Поплыли беремой. Эти кусочки неоткрытые на море откроем. Так, дар Аршанидам давайте.
Аршакидом. Так, этот постоянно у нас созывает придворных. Тем более у нас, видите, минус. Ну, просто у меня что-то строится сейчас. Так, а откроем мы какие вероучения... Терпимость или догматизм? Это где? Это вот тут. Терпимость минус 2 несчастья за каждую негосударственную религию. Ну, кстати, можно. У нас там и иудаизм есть и прочее. Апостолы могут избавить город от влияния мировой религии. Города государственные можно ускорить специалиста за приказ. Терпимость мне нравится. То есть, например... Персеполе будет минус 4, да? Несчастье. Тадарвазе минус 2. Ну, потому что язычество распространено. Блин, я смогу ли я 80% открыть? У меня вот тут большая территория, да, не открыта. И вот тут. Вот куда он опять побежал? Сюда. Давай дальше пробеги. Скаута. Двигать, а то мы так не откроем 80%. О, без меня приняли просвещение. Понял. Так. От Карфагена Цивики за 16 дерева вход. Не, муштра точно не нужна. Ну, вообще, наверное, приму. Дерево за 6 цивиков. Я понимаю, что в минус уходим, но у меня столько денег... И еды потом еще столько, которую мы можем продавать. Да, мне, кстати, объяснили, что способность персов, там 50% к добыче, это не выхлоп от ресурсов имеется в виду, а именно вот эта добыча, типа, собрать золото. Где второй скаут? Я, по-моему, по территории Грека могу ходить. У нас с ним мир. Да. Пойдем куда-нибудь вот сюда. Вот так и по краешку тут дооткрываем все. Вот еще руинка даже есть, прикиньте. Так, Рамту из Вавилона готовимся к войне с вами. Минус 160 вход? Или минус 80 муштры вход? О, я бы лучше это выбрал. Тут еще и плюс 2 легитимности даст. Кайф. На этой муштры... Так, высший синод. Давайте созовем. Рачительный, чтобы быстрее. Так, давайте подожди, сейчас с всеми похожу и потом посмотрим, сколько нам там останется. Все, видите, связанный город стал. Чуть рабочего делал. Блин. Что нам тут
Давайте, наверное, Одион может. Че, гарнизон не построен. Вообще, давайте вот тут гарнизон лучше. И вот сюда, походу, амфитеатр. Так, все, здесь я хотел некрополь. 900 камня. 900 камня, 9000 денег. Ну, типа норм. Девять шестьсот. Понеслась. 13 лет. Еще одно чудо. Но просто так как оно на храмы как раз. Да, все города минус одну часть храма. А мы как раз храмы через 4 хода начнем строить, то оно вовремя встанет, получается. Открыли все. Плывем сюда. 75 по 5% карты надо открыть. Не, ну мне кажется, что вот тут скаутом и вот тут скаутом я как раз все это и открою. Надо еще иметь в виду, что когда у меня останется... Вот я не знаю, за две или за одну. Когда кто-то близок к победе, ему все войну объявят. Может тут, кстати, где-нибудь... Нет, типа не показываешь, что вы типа близки к победе, поэтому с вами плохое отношение. Царица Ассирии умерла, осторожность. Рим объявляет войну Вавилону. О, ваша супруга поправилась, отлично. Остатки старинного храма, прислужник либо камень. Давайте прислужника получим. Тактик или фанатик? Нет, тактик хочу. Внедрить шпионов в Вавилона бесплатно. Да, давайте. Класс. И шпиона на мудрость прокачаем, потому что я его сейчас хочу, когда он тут внедрит шпиона, хочу его на воровство технологии отправить. Блин, как-то гирпу странную я поставил. Надо было на реке все-таки ставить. Блин.
Так, где я тут могу еще плантации сделать? Этот стоит, ждет открытия храма. Тут у нас купальни. Тут Вавилон с Карфагеном не спорит за эту территорию случаем. Так, и второй, где я еще его не отменил, и у него... Так, это внезапно на амбицию какую-то. Бронебойные стрелы и баллистика. Контролировать 10 старших специалистов. Ну, слушайте, а давайте. 5 я сейчас выполню, потом еще 5 всего-то сделать. Отлично. Открыто. 77%. Давайте, наверное, так вот тут, во-первых... Все еще созвать придворных. А тут давайте помаршируем. Что мне... Куда мне эти приказы? 78%. Да, выполню эту амбицию. Все, завершаем ход. 79% уже. Зашибись. Я думаю, следующим ходом эта амбиция будет выполнена. Блин, не компактненькая, конечно, у меня империя. Вот мне, на самом деле, Карфаген вот тут. Не было бы тут Карфагена, я бы сюда расселялся, и у меня более такая компактная империя была бы. А так такая растянутая силу и развитие разных империй. Так, Аршахидов мнение улучшилось. Дипломат становится мнение Аршахидов. Симпатии до осторожности уменьшилось. Блин. Что-то у Аршахидов тут дофига всякого. И принимают персидское язычество. Ну блин, с осторожности до возмущения. Поменялся представитель, они еще другую религию. Почему, вот почему они все язычники? Блин, я распространяю этот зороастризм, все язычники. О, Карфаген мир. Ну, давайте, кстати. Без дара у нас и так нормальное отношение. Верховный советник. Харизма цивики дает, храбрость... нет, давайте харизму. Так, у нас добавился вино. Вино тут какая-то семья точно хотела. Слушайте, я Ахеменидов вообще полностью тут удовлетворяю со всеми ими. А, да, я силу хотел посмотреть. Египет сильнее, но простоваты. Отстают по науке. Ассирия сильнее, но тоже простоваты. Вавилон сильнее, а по науке лучше, чем мы. Рим сильнее, но простоваты сильнее, лучше, чем мы. Сам Карфаген лучше развивается, чем мы. Грек-то я понимаю еще, а вот Карфаген как? Каким образом у него так получается? Крепость можно... Парфянскую конницу откроет. Может быть, имеет нам смысл их построить. Так, на цитрусовые. С другой стороны, я бы, наверное, этих построил.
Так, я, наверное, могу деревню построить. Нет, не могу, еще культуры тут нету. Эту построил бы. Стрелялку. Вот, стрельбище. Чтобы лучник в стрельбище стоял и качался. Подожди, он последнего уровня. Последнего уровня, нафига? Ладно. Уже начал. Есть 80%. Ну все, я дальше на автомат поставлю. Смысл. И эту даже на автомат поставлю. А, тут, да, есть. Форум 3-го уровня. Форум 4-го уровня. 5 старших специалистов. Ну, где-то... А, подожди, у нас вот старший монах. Все, 3 хода и... Не, подожди, это... И старший, да, командир. 3 хода и выполнено это будет тоже. Амбиция. И у нас будет уже 5 старших специалистов. Потом можно будет 10. Все, у нас 9. Так, мне надо последнюю амбицию будет как-то взять, чтобы одновременно выполнить. Иначе на меня все нападать будут. Не знаю, как там компьютер считает, близок я к победе или нет. Каким образом. Боже, мне вот это нравится, мои прокачанные городки. Куча бабла просто капает. У меня мира нету только с Египтом и Римом. Ну, точнее, могут, но там такой штраф за отношения. Так, а что у нас тут Вавилон собирается? Через меня на Рим, что ли, прет? Вон, видите, тут сверху на мини-карте хорошо видно. Так, Ассирия заключает союз с Римом. Так, к событию. Попытка провести синод привела к событию какому-то. Значит, визит высшего духовенства Зороастрийцев, предложение поддержать их религию. Ну, давайте заплатим, почему нет? Плюс 40 отношения. Так, открыли храмы. Я бы в соборы пошел дальше, раз мы тут на религию так напираем. Здесь я выбрал терпимость. Там мы еще что откроем? Каллиграфию. Иконография, либо каллиграфия. Монастыри плюс 2, соборы минус 2 и храм плюс 10 денег. Нельзя случайно распространить негосударственную религию. В каллиграфии... Библиотека плюс 4, все города за каждого старшего... Ну, тут не знаю. Кстати, непонятненько. Так, ладно, у нас тут есть апостол бесхозный. Сразу давай храм строить. А, блин, 2 городских клетки. Странно, вот здесь я могу храм строить. Ну, ладно, давай тут. А, потому что вот эта городская клетка, это городская клетка. Я понял, почему.
есть старший командир. Ну что, пошли тут в монастыри. Никаких ресов. Блин, доктора можно, но... Если бы он добавлял... Ну, уменьшал несчастье, наоборот, может быть, и посадил бы. А так что-то неохота. Я бы в монастырь сажал, так что один ход просто совет соберем, давайте. Придворных. Тут преподнесем дар аршахидам. И здесь попробуем торговую сделку. Знаете, с Ассирией. Так, куда-нибудь мы можем Губера. Вот, Профтасию. Отлично, в Персеполе уже минус 6 идет. Я надеюсь, Шампур долго проживет. Чтобы мы могли... Ну, я надеюсь на его... Вот эту амбицию выполнить на его век. Но последняя должна быть точно сложная. Там либо легендарные чудеса, либо... Несколько, причем, законов, которые там... Технологического дерева. Переход хода подвисает все. Наместник, который Конфуций скончался, но он долго прожил, 72 года, нормально. Так, внедрил шпиона, и у нас плюс 20 от всех семей отношения к нам улучшилось. Так, значит, в Катуре я могу наместника... А, да, только тут все на службе. А вот здесь... Блин. Что-то он никакой. Не хочу. Такого не хочу. Достойно служил нам. Процветающий. Отлично. Ну вот, только я построил монастырь, добавилась клетка. Фак. Да, и прикол в том, что нам храм надо с двумя городскими где-то строить. А, зато я вот тут могу храм построить. Да, потому что вот это городской считается. Так, вот этим. Давайте вот сюда. Баню, я думаю. Или мы баню уже тут сделали? А, баня уже есть. Так, мне нужен тут какая-то городская клетка нужна. Теплые бани. Давайте теплые бани, кстати. А, культуры нету.
высокое. Ладно, стрельбище. Надо, чтобы достроилось сначала. Тут гарнизон, по-моему, тут некого, опять же, я посмотрел, что некого нормального посадить. Давайте тут монастырь, потом храм сюда поставлю. Садовник. Это у нас появилась лаванда и мед. Сюда. Бартаспания у нас... Городской совет. Вот сюда я хотел монаха. И здесь... А, у нас пока нету жителей. Три хода до жителя. Три хода до жителя. Форум. Так, значит, лаванда и мед. Кто-нибудь из семей хочет? Вот лаванда вижу, аршахиды. Вот вижу мед. Меха и пряности. Кстати, меха вот тут были, по-моему. Точно. Подожди, так у меня дофига мехов. А чё их не обрабатываю нифига? Монаха решила. Мог меха уже присоединить. Ладно, пускай этот монах доделается, а потом вот так... Меха сделаем. Ну что, следующим ходом выполняем эту амбицию. Останется 3 амбиции всего завершить. А, блин. Не отправил техи воровать. Надо постоянно смотреть, чтобы эти все делом занимались. Блин, с железом реально что-то проблемки. Дерево, ладно, дерево я как раз могу сделать, а вот я даже не очень себе представляю, где мне железо прям добить. С деревом понятно, потому что я кучу монастырей строю, и плюс еще содержание лучников, несомненно. Арбалеты прапать, чтобы не бояться никого и ничего. Уже одна легендарная культура, 3 высоких. Шампур незыблемый. Незыблемый шампур. Да. А, царица умерла. Дружелюбие все равно. Зашибись. Так, это мы созвать придворных сделали. Мудрость получу за минус 1600. Да, я согласен. И придворный министр еще добавится. Зашибись. Так, у нас какие-нибудь губеры тут новые появились.
Доступный кандидат на службу — это означает, что они чем-то занимаются. Да, пожалуй, не буду никого. Так, продолжаем созывать придворных. Тут давайте стырим наконец-то теху. 220. Наверное, все-таки у Греции, а то и так с Вавилоном не очень отношения. Шанс 72%. И 14 шанс, что поймают. Уже столько еды. Ну, я тут делал апостола. Ну, давайте я тогда цимбалы разнесу религию. Или как? Или лучше здесь монастырь сделать? Не, наверное, разнесу или, блин, я храмы хотел тоже делать. Наверное, давайте вернемся храмы делать вот сюда. Игра, кстати, предлагает здесь, но мне кажется, тут лучше. Тут лес я пока оставлю, тем более тут рядом с лагерем. Давайте еще тогда апостола. Старший монах. Пять жителей. Ну, давайте добьем тогда до старшего командира. Давайте форум пока второго хода и потом... Ну, потому что он больше цивиков будет давать. Так, форум четвертого хода, два хода. А сколько он будет тырить теху? Три хода. Ну, я думаю, тогда на этом имеет смысл серию закончить. Итак, длинные серии у нас World World получаются. Как-то не отлипаю. Но я вижу уже... Мне главное узнать, какая у нас будет последняя амбиция. Вот эти две амбиции, они выполнимы вообще точно. Проблема с ними в том, что как только я их выполню, на меня, скорее всего, все нападут. Потому что, по-моему, стоит настройка «Мешать победе». Поэтому мне очень важно выбрать последнюю амбицию, причем, ну, как бы, чтобы она выполнима была, чтобы я их одновременно сделать. И тогда вообще будет победа в нашем, в нашем кармашке таком персидском. В любом случае, на этом все. Спасибо, что смотрите, поддерживаете, присылаете какую-то денежку, становитесь спонсорами, где это возможно, или переходите на более высокий уровень спонсорства. Это сейчас, ну, мне очень помогать украинцам, им еще свою страну восстанавливать, когда эта вся фигня закончится. Так, вроде ничего страшного не произошло. Это мы потом. Это у нас караван приехал, будем разбираться уже потом. Все, на этом все. Играйте в умные игры и слава Украине. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!